На ремонте вот такой духовой шкаф фирмы Пирамида. Опознавательных знаков нет по модели. Во всяком случае, я еще нигде не нашел. Здесь. Прошу прощения. Значит, вот так выглядит модель. F64DIX-P. Значит, в чем проблема? Не подает признаков жизни. Сначала хозяева говорят, что перестал реагировать экран, но в ручном режиме можно было готовить. Сейчас не подает признаков жизни, не включается, невозможно готовить. Значит, что нужно сделать? Сначала это открываем крышку. Вот здесь несколько винтов, 6, под вас и 2. Эти вот здесь вот открываем, откручиваем, открываем крышку. Собственно, состояние самой машинки неплохое. Проверил термопредохранитель здесь, или термореле, работает, питание подается. И вот сюда 1.0, сюда, вот сюда вниз подается фаза. Питание приходит, соответственно, вот это реле должно было включить, не включает. Должно загореться здесь по питанию, ну и реле должно включить уже сам подачу питания на командный аппарат не подает. Поэтому будем смотреть, что с платой управления. Ну, сейчас буду разбираться, продолжим видео. Проверил я всю плату. Все элементы были целые, кроме вот этого сетевого конденсатора, который я поменял. И, в принципе, вся машинка стала работать, откликается на команды, все работает. Не совсем я понял, как пользоваться, как ее включить. Но суть в чем, когда я переключаю, включается свет и загорается работа. Если включить вентилятор, начинается вращаться вентилятор. Ну, уже шипит вода. Верхний горячий. Все работает. Замена сетевого конденсатора на плате управления решила всю полностью проблему. Собираю и отдаю клиенту.